Всем подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу легенда 3 на 7 на брусе с перегородочкой, со стенными форточками, с форточными блоками. Пока приехали, разгрузились, начинаем монтировать. Теплицу мы построили, все выставили, зафиксировали, нанизали стены, нанизали крышу. Сейчас это дело будем прокручивать и останется установить форточные блоки, автоматы, обшить двери, форточки. Начался у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу легенды 3 на 7, идем смотреть. Двери с форточками по торцам у нас стоят. Имеется перегородка, делит на 3-4-метровую секции теплицу. Перегородка у нас оснащена двухстворчатой дверью. Есть у нас 4 стеновые форточки на термоприводах. Есть у нас система подвязки, 4 нитки и 2 форточных блока. Также на термоприводах. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150, плашмя. Обработан антисептиком с тонером. Цвет палисандр. Также имеются диагональные усилители. И имеются у нас якоря, которые держат это все дело к земле. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм. Плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот. Вот такая вот отличная теплица легенда 3 на 7 у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы.